Парламент Украины, кабинет министра Украины принял бюджет, в котором вообще не предусмотрел средств на развитие, на строительство шахт, на развитие уровня предприятий Украины, на техническое перевооружение, на безопасность труда. Это не что иное, как геноцид. Геноцид по отношению к своим угольщикам, к своим угольным предприятиям. Мы не можем допустить сегодня этого. Сегодня непросители. Мы сегодня требуем сохранить... С какой целью вы сюда пришли? Отстаивать свои права, чтобы не урезали наши... чтобы вернули соцвыплаты пенсионеров, не обделяли их пенсии, 15% убрали, чтобы не закрывали шахты, повышение заработной платы, и чтобы отдали зарплату шахтерам государственных шахт.